Пятая серия маршрута Москва-Кемерово. С правой стороны по ходу движения Карамаль-Косы. С левой стороны Каракасы. Поворот на Кадикасы. Господи. Левый поворот Каракасы. С правой стороны Малый Сундырь. Где-то, наверное, в километре метров 500, может быть, от трассы. Справа Золотое, с левой стороны Шабаш Каракасы, трасса М7 Волга. Прямо по движению Харкасы, Варманкасы и с правой стороны Микши Энзей. Недалеко от трассы с левой стороны река Волга. Впереди камера. Ограничение 90. В Чебоксары заезжать не буду. Не будем. Впереди камера. Ограничение 50. Объезжаем по объездной. Уходим вправо. В Чебоксары не заезжаем. С левой стороны река Волга. Мы удаляемся от нее. И с левой стороны Чебоксары. Чебоксары. С правой стороны по ходу Яуши, населенный пункт. Трасса М7 Волга. С левой стороны по ходу
ромашка. С правой стороны ветераны, малые черемушки. Развязка. Железнодорожная эстакада. С левой стороны прохода. С левой стороны вплотную практически проходит железная дорога. Проехали поворот на Алатырское шоссе. Так, ну впереди крупный много будет с левой стороны по ходу за железной дорогой населенных этих кварталов домов. С правой стороны новые лапсары и чергаши. Левый поворот, Ишлейское шоссе ведет в Кемерово, Чебоксары. С правой стороны по ходу Сетракасы. Далеко слева река Кокшум. Напомню, что это объездная дорога Чебоксар. Но иногда мелькают с левой стороны, это поселение вдоль трассы, пригород Чебоксар. Населенный пункт Кугеси. Меня спрашивают, не надоедает ли мне вот этот эфир 15 канала. Еще как надоедает, но чтобы реально ощущали вот обстановку такую, кому-то будет полезно знать рекламу на канале. Кто-то заинтересуется этим. Поэтому не включаю FM, потому что за это сердится модератор Ютуба.
чтобы максимально могли ощутить атмосферу в салоне автомобиля. Так, развязка. Проехали развязку, которая левый поворот на дорогу, на трассу Р-176, которая приведет в Чебоксары. Справа по ходу Карандай-Косы и Черкасы. Ограничение 70. С левой стороны Абашева. Населенный пункт. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Наверное, поселок. Может, деревня Абашева. Объезжаем Чебоксары по объездной. Справа впереди Клычево. Слева Зек-Косы. Извините за такую... за такой комментарий. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, впереди с правой стороны будут Сит-Чараки. Далее Варман-Косы второе и Первомайское. Но это с правой стороны. С левой стороны на небольшом отдалении Орбаши. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди по ходу город Цивильск. Впереди камера. Ограничение 70. Не знаю, камер много вроде бы, но радар-детектор молчит. Может, муляжи? Возможно. Впереди по движению три избы, деревенька и город Цивильск. Город или поселок городского типа, не знаю. С правой стороны на отдалении в нескольких километрах железная дорога. Осторожно, дети. Ограничение 90. Временами солнце в лицо. Временами сбоку. Но Цивильск достаточно крупный населенный пункт. Много домов.
улицы. Возможно, поселок городского типа. Так, почти объехали Цивильск, который с левой стороны был. И продолжаем движение по трассе М7. Волга. С правой стороны будет опытный. Что это промзона или населенный пункт, сказать трудно. Ну, наверное, и то, и другое. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Крупный лесной массив с левой стороны. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны река Аниш. Населенный пункт Аниш-Косы и Топнары. С правой стороны Староселка Иваново. С левой стороны по ходу населенный пункт Нюрши. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. С левой стороны Черичкосы. Далеко справа от дороги Егор-Валы и Кисер-Баси. Это с правой стороны, а с левой стороны далеко Тайси. Кругом поля. И слева, и справа. Продолжение следует...
Справа на отдалении за поворотом Шетнер-Басы и с правой стороны река Шетнер. Не очень далеко впереди Андреева базары. Средних размеров поселок. С дороги будет поворот Андреева базары. Еще дальше, в сторону за Андреева базары, новое Шетнерово. Полотно дороги комментировать не буду, сами прекрасно видите. Я думаю, не изобилует инфраструктурой дорога. Так, проехали Андреева базары. Впереди у нас с правой стороны по ходу старая Янситова и синие Кинчары. Трасса М7 Волга. По-прежнему и слева, и справа. Поля, поля, поля. Практически нет лесных массивов крупных. Вот два поворота направо будет недалеко один за другим. Это на старое Янситово и синие Кинчары. Вот насколько хватает панорамы, ни слева, ни справа, ничего особенного, примечательного нет. Поля, небольшие рощицы. Далеко впереди Еметкино, Осиново и Липово, но это подальше будет. Thank you.
Вот полотно дороги позволяет держать такую скорость. Все-таки сильное несоответствие карты и реальной картинки. Впереди Липово. Липово. Камера в спину. Ограничение 60. С правой стороны река Белая Волошка. Населенный пункт с правой стороны, опять-таки, Мартыново. С левой стороны Верхняя Анчикова. Ну вот сколько уже проехали автозаправок, на карте я этого не вижу. То есть доверять карте со спутника нужно крайне осторожно в плане инфраструктуры. Впереди развилка, правый поворот будет по Разметова. С правой стороны будет по ходу, с левой стороны новая Тюрлима. Старая Тюрлима, просто Тюрлима. Ну, крупный населенный пункт. Впереди железнодорожный переезд. Где-то здесь железнодорожный. Ну, микрофон далеко от меня, поэтому в автомобиле, поэтому плохо слышно, что я ответил. Thank you.
Справа большие ачасары. Впереди железнодорожный переезд, и с левой стороны Большое Ходяшево. С правой стороны река Горлинка и населенный пункт Бишбатман. Железнодорожный переезд. Но он под дорогой проходит в тоннеле. Под автотрассой имел в виду. Эстакада. Впереди развязка на Исакова. Впереди с правой стороны река Свиянга. Довольно-таки широкое русло, но оно разливами идет, такими рукавами. Вот тут не видно на видео, к сожалению.
И справа. Впереди город. Ограничение 60. И справа, и слева. Ну, разливы. Река разливается, образует такие рукава. Река Свияга. По мосту проедем, и она уйдет влево. Ну, наверное, для рыбаков тут рай. Такие разливы. Проехали по мосту через реку Свияга. С левой стороны огромное зеркало реки, разлива, может быть, озеро. С правой стороны по ходу. Что такое? Поворот татарское Бурнашево. С правой стороны Юматово, Савино. С левой стороны по-прежнему река Свияга, и она сливается с рекой, с улица. Трасса М7 «Волга». С левой стороны, как бы это объяснить, горнолыжная зона называется Казань. С левой стороны будет развязка, левый поворот. Веденская Слобода, Иннополис, крупные населенные пункты. Правый поворот на развязке, лесные Маркваши. Вот так как-то. Правой стороны примерно, может быть, в 3-4 километрах русло реки Волга. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 90. Так, прямо по движению набережные Маркваши. Дальняя камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90.
набережная Маркваши. И впереди мост через реку Волга. На видео, по-моему, промелькнет русло реки Волга, ну а дальше мост. Ну вот, двигаемся по мосту через Волгу. С правой стороны город Казань. Казань объезжаем по объездной. Ну, в Казани на каждом шагу вот этот лежачий полицейский и ограничение 40 километров. Повторю, что Казань практически объехали, она справа. Ну вот, ведущий сказал, он уйдет направо на Казань, на развязке. Ну а я двинусь дальше по трассе М7. Так, слева... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Слева... Ограничение 90. На развязке левый поворот. Ореховка, Урняк, Новопольский, правый поворот, это на Казань. Ну вот сейчас ведущий уйдет направо, я двинусь прямо. Объезжаю Казань на объездной. Много мест, где торгуют стройматериалами, другими вещами. В общем, бойкая торговля на трассе. Ограничение 70. Так, остановился, по-моему, помыть стекла, или какие-то проблемы были с навигацией. Thank you.
Я что-то с навигацией, по-моему. Или смартфон разрядился. Вот обычная ситуация, когда во время движения нарушается контакт подзарядки или планшета, или смартфона, или любого другого прибора. Ну вот, потихоньку выдвигаюсь. С правой стороны крупный торговый центр. С правой стороны Новониколаевский район, наверное. Может, поселок. Казань еще не объехали. Но с правой стороны. Штурм мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. С левой стороны река Сухая. С правой стороны по-прежнему Казань. Авиастроительный район. Ходит тут, ходит. Ограничение 70. Ограничение 70. Субтитры
Найди мобильный пост ОБС. Ограничение 90. Город. Ограничение 40. Ограничение 70. Вы, наверное, обратили внимание, постоянно ограничение то 70, то 90. Здесь вероятность, с большой долей вероятности, это подставы. Это дорожные подставы. Потому что полотно дороги не меняется, условия движения не меняются, а вот дорожные знаки и, как подсказывает датакам, вот эти вот ограничения. Вот такие вот подставы, они вызывают определенное чувство к этим ГИБДДшникам, кто организовывает такие условия. С правой стороны Добрынинский лес. Гербышинский, господи. Приношу извинения. Гербышинский лес. Короткая остановка. Что-то с питанием вот этой бортовой аппаратуры. Где мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Напомню, что по-прежнему двигаемся по объездной дороге вокруг Казани. В объезд Казани, наверное, правильно сказать. Где мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Вот работает радар-детектор. Где-то стоит камера, датакам не предупреждает.
Это, возможно, вот мобильная камера. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Дороги убирают не очень, видите, сугробы слева и справа. Обочина есть, но все равно. Ну, по сути, почти объехали Казань. Развязка на город. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Ну вот, по сути, Казань уже позади. Казань обошли по объездной. Осторожно, дети. Ограничение 50. С левой стороны Гвидеева, справа Богородская. Впереди прямо 1 мая. Камень в спину. Ограничение 90.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди перекресток, правый поворот Рашазда, левый поворот Кулаева, Большие Дартели, Уланова. И крупный поселок Пестрецы. Химии всевозможные много на трассе. Надо регулярно, постоянно следить за чистотой фар, чтобы стекла были чистые. Заляпывается такой белой, я не знаю, пленка покрывается. Вообще дороги не видно. Так, с правой стороны достаточно места шали. Для с левой стороны отдыха для далеко конь, привала. Что это такое, я не знаю. Что-то опять у меня. Какая-то проблема. Наверное, водовое стекло предположить надо. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди развязка. Которая ведет Малая Елга, Большая Елга и к реке Кама. Никакой привязки, кроме как к Нептуну, поселок по всей вероятности. Ну и совсем далеко Екатериновка, средняя Девлезери. С правой стороны вижу русло реки Брысца. Заканчивается пятая серия. С правой стороны река Ашняк. Ну, остальное все поля. Ну и рощицы такие. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70.
Следующая серия будет покороче. Не намного, но покороче. Thank you.